Герои нашего времени. Так, пожалуй, можно назвать тех, кто, несмотря на современный ритм жизни, успевает заботиться не только о себе и своих близких. Речь о волонтерах. Сегодня представители разных волонтерских движений встретились в Национальной библиотеке. Они тоже работают и учатся, у них также много дел, им тоже хочется спать и гулять. Только вот для таких, как они, это не оправдание. Волонтеры фонда в помощи животным «Умка» и «Усатый полосатый» помогают выжить и даже найти дом и любящих хозяев таким животным, которым многие просто побрезгуют подойти на улице. Добровольческое движение «Добрая воля» работает с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Корпорация «Добра» несет радость в детские дома, школы, интернаты, реабилитационные центры. В нашей республике действует около 1500 волонтерских команд, а это более 40 000 добровольцев. Мы работаем с детьми с ограниченными возможностями, разговариваем с ними, общаемся. Это очень важно, потому что общаться с такими людьми нужно. Мучимся у них доброте и счастью. Моя группа полностью глухие дети. Они совершенно не слышат, и было страшно общаться, как бы найти общий язык. Но мы просто вот все видно по глазам. Кроме желания помочь, их объединил проект «Герой нашего времени. Чувашия. 21 век». Его цель – повысить социальную активность людей. Сегодня подвели итоги. В этом проекте мы рассказывали о волонтерах, общественных организациях, о простых жителях нашей республики, активистах, которые что-то безвозмездно, бескорыстно делают на благо республики, на благо экологии, на благо животных, на благо людей с ограниченными возможностями. Информацию разместили на сайте Женсовета Чувашской республики. Там был информационный банк, где рассказывалось про каждого участника проекта, где они, что они, как их можно найти. Вы действительно герои нашего времени, потому что, ну, нам понятно, что время сейчас сложное, но помогая друг другу, поддерживая друг друга, молодые пожилых, пожилые пожилых, молодые молодых, мы делаем жизнь легче друг другу, интереснее. Волонтерское движение расширяется. Ребята сдружились, стали обмениваться идеями. Проект поддержала Общественная палата Чувашии. Так что у героев нашего времени есть будущее. Ольга Пырочкина, Юлия Важенина, Андрей Спиридонов. Республика.